привет! Меня зовут Оля, и сегодня мы будем готовить рецепты из игры «Моя кофейня. Рецепты и истории». Мне поможет кофе-тренер из JS Barista Training Center Катя. Привет! Привет! Что мы будем готовить сегодня? Сегодня мы будем готовить эспрессо-мохито. Ага, интересненько. Для этого нам понадобится мороженое, лимонный сок, мята, тростниковый сахар и, конечно же, эспрессо. Отлично. Ну, тогда готовь, а я попробую, что из этого получится. Готовься. Для начала нужно будет взять тростниковый сахар, поместить в джиггер и сварить сюда двойную порцию эспрессо. Эспрессо готов, и пока сахар растворяется, возьмем бокал для нашего мохито и наполним его мороженым. Затем добавляем лимонный сок прямо на мороженое. И добавляем сильно газированную воду. Остается добавить наш эспрессо с тростниковым сахаром. И все украсим веточкой мяты. Эспрессо мохито готов. Ну что? Все готово. Да, выглядит внушительно. И, наверное, очень вкусно. Жаль, что только ты попробуешь. Да. Можешь пробовать как напиток, можешь как десерт. А можно размешать? Пожалуйста. Ну-ка, давай-ка. Ну, на вид он, да, конечно, неплохо. О, там газировка. Откуда ты знаешь? Пузырики там увидела. Ладно, ладно, подсмотрела. Так, если я это размешаю. Соломина. Опускаем. Попробуем. О, слушай, это свежо. Все не настолько плохо, как ты думаешь. Нет, на самом деле достаточно спорные ингредиенты, потому что и лимонный сок, и газировка, и кофе, и мороженое. Но они входят и лимон, либо лайм, либо там, тростниковый сахар, и мята, они всегда входят у нас в мохито. По вкусу, в общем-то, отличный летний напиток получился. А чем дальше, тем слаще, потому что больше морожка захватывается. И вообще супер. Ну, выглядит уже, конечно, не так красиво, как было, но я так и буду стоять. В общем, ребята, рекомендую.